Творцы во плоти приветствую. А Меркул Успехин на экране. Это ролик обо мне, наверное, поставлю на превьюшку на канал YouTube. Он будет такой медитативный, он будет такой раскладывающий. И он о смысле жизни, о моем смысле жизни, о том, к чему я пришел, вот к своему, грубо говоря, возрасту Иисусу. Хоть я мало опираюсь на Библию, но я вообще опираюсь на все, что мне отзывается внутри. И в этом Талмуде тоже есть кое-что интересное, что заставляет задуматься. Вообще у всех слов есть понятие. То есть и произнося там слова «пацан», «чувак» или еще какое-либо, важно бы изучить его, чтобы речь наша была образной. И вот в эту сторону я двигаюсь, в сторону познания себя. И наблюдая за миром, я вижу, что многое для удобства стало искусственным. Я благодарен, что я живу в этот мир от такого широкого выбора, пусть даже иллюзорного, но тем мне легче понять, что я попал в иллюзию. И не я один, а большинство вместе со мной. И моя задача сейчас просто прийти к истине. А истина — это что такое? Это природа. И вот я счастлив, я вот поистине рад и любовью наполнен от того, что я русский. Но русский — это я думал раньше, и потом, ну, копая чем дальше, рус, в общем. В общем, тот, кто с вот этой долгой историей своего рода, тот, кто с знаниями о мироустройстве сюда пришел, и тот, кто смог хранить и воспитывать себе подобных, ну, нас, людей, богов, азов, именно по этой системе. И есть разные другие, есть, кричат кто-то, что это есть еще лучше, так же, как много мнений. Но это все в мире относительного. То есть здесь всегда можно сравнить одно с другим, но есть четкая система, которая вот, ну, трудно придраться. Это природа. Она действует по канам матрицы. И хоть мы будем называть Землю шаром, хоть мы будем утверждать, что есть сила притяжения, а не Архимедова сила, которая действует и там на воздух, в том числе так же, как на воду, просто по своей плотности предметы, когда один плотнее другого, может быть, вытесняет. Может быть, мы будем... Сейчас хотел уйти в легальные жидкие наркотические средства обсуждения. Ну, думаю, дай-ка что-то обойду эту тему пока что хотя бы. И вот лучше поговорю насчет того, что я сейчас делаю. Я сейчас делаю на стену календарь. Нынче у нас на дворе 7530 год от дня сотворения звездного мира в звездном храме, и у наших предков было по-другому летоисчисление. И пусть даже сейчас нету тех людей, с которыми я, ну, их единицы, то есть они же возникают когда? Они возникают тогда, когда мы начинаем так мыслить, когда в нас просыпается эта память, когда мы начинаем об этом говорить. Слово, оно животворящее, оно делает, создает материю. И вот, ну, я об этом с радостью вам повествую, что я уже в процессе, я только в начале, и тот, кто пойдет вперед, пожалуйста, идите. То есть мне здесь нету важности гнаться вперед кого-то или еще состязаться. Я, наоборот, очень рад единомышленникам вот в изучении, в познании знаний предков. И вот у нас перед нами есть буквица, знание ее, вот даже платных я мне трудно найти кто, преподавателей. Друзья, если кто-то смотрит этот ролик и знает, как это делать, пожалуйста, обратитесь ко мне, потому что мне интересно самому воспитаться, воспитать сына своего, создать школу такую. То есть мы будем изучать то, как воспринимать мир с любовью. Вот помимо того, что вот как он вообще устроен. То есть если раньше русам
было достаточно просто понимать каны матрицы и им следовать, то сейчас, когда в мир вот этот вот полный хаос, казалось бы, то тут еще интереснее. Я благодарен, я так благодарен судьбе, что я родился в это время. Это просто шедевр, что прямо вот просто вот самый-самый пик вот активности мысли. То есть, когда можно материализовать прямо вот буквально своим намерением. То есть, буквально вот все, что подумается, оно образуется. Просто человек, если бы мог в этот момент еще остановиться, он бы увидел, что причиной вот этих политиков, вот этой еды пластиковой и всего-всего остального, это стало его халатное отношение к его же жизни. Но это его жизнь, получается. Это жизнь Бога, так же, как жизнь каждого. А он своей считает жизнью, жизнь эго. Жизнь вот этого инструмента, который дан ему, как частички Бога, для того, чтобы вот исследовать этот мир, познавать его и передавать информацию на Создателя, на Творца всеобщей картины, всеобщей матрицы. И это можно увидеть по... Сейчас заумно, да, что-то вам сказал. Давайте перейдем, например, животных или растений. То есть цветочек, он растет, хоть и мало ему света, хоть в теньке, он растет и радуется тому, что у него есть. Потому что он имеет место вообще быть воплощенным в этом мире. Что его зерно когда-то упало в землю, проросло. И он каждый момент, ступеньку своего развития, он в процессе. И когда он, возможно, лежал, кем-то выращивался в закрытом шкафу. Если бы то семечко испытывало страх и думало, блин, я в шкафу, я не в земле. Когда меня высадят? Кто меня высадит? Это, наверное, там... алкаш какой-то, он забудет. Но все сложилось таким образом, что в самом лучшем месте растет этот цветочек. Может быть, и не растет, может быть, он уже стал кормом для животного. Может быть, животное умерло и стало кормом для нефти. Ну вот нефть у нас отдельная тема тоже. Сейчас вот грибы стали нам на помощь. Грибы стали переваривать им отходы всего мира, да, видно, вот плесень и прочие такие есть, радиация поглощающие даже субстанции. Да представляете, насколько сильна вот эта действительность, в которой мы находимся, и насколько мы далеки от понимания, кто мы и что вокруг. А это все и есть процесс один, процесс наблюдения, где есть и наблюдатель, и наблюдаемое. Одновременно возникает в моменте. И со скоростью мысли ум строит лабиринты. И здесь важно понять, вот кто ты. Ты как цветочек, един со всем целым. И просто чувствуешь свой код. И мыслями своими думаешь, что хочешь. Но если ты с Божьим замыслом, ты даешь ему раскрываться, то у тебя все козыря в руках. Если же ты против, то ты вот придешь к тому, что пришел современный мир. То есть, да, можно делать, что хочешь, но из определенно предложенного. То есть, это как ребенку нельзя сувать пальцы в розетку. И вот это эго, вот этот механизм познания этого мира, оно забыло предыдущий опыт. И когда ребенок хочет засунуть пальцы в розетку, ему дают по рукам, говорят, нельзя, осторожно, там больно. Он, без понимания, почему родные и близкие, его любимые люди причинили ему боль. И у него это остается внутри. Остается внутри, как зажим, как обида. То есть он раз простит второй, но он все лезет и лезет, он без понимания. Его еще не ударило, он своим опытом еще не ощутил. И вот это потом важно проработать, важно себя достать. Потому что потом нам кажется, когда мы любим кого-то, нам кажется, что надо дать ему по рукам. Потому что нам так делали. У него на подсознание заложено. Чтобы достать это, важно поймать тишину. Чтобы поймать тишину, важно медитировать.
тело, которое дано мне, оно дано мне на прокат. Оно дано мне на период жизни. Сколько оно проживет, этим могу управлять я. Могу управлять своим отношением к нему, каждой клеточке. Я могу запускать программу молодость. Каждый может. Я – это ЯА, творец, создатель, первая буква А, он может. Я – яколка, которая последняя в русском языке. А язык бывает там говяжий, поганый. Там. То есть есть речь образная. Вот в чем понятия отличаются, то, о чем я вначале говорил. И вот в этом языке я, вот это вот. Это вот это вот, которая вертихвостка. Понимаешь? И она у всех есть. И вот это вот самовоспитание, самообладание. Важно его постигнуть. Но вопрос, кто насколько сможет за эту жизнь это сделать. Мы все когда-то станем монахами, грубо говоря. В душе наша душа – это истинный храм. Храм всего этого мира. Вся картина разворачивается внутри нас. То есть вот эта вот иллюзорная, научно объясненная фантазия того, что мы типа даже возьмем не за далекие галактики. Есть Солар, истинное солнце, которое было создано 7500 лет назад. Какие там дальше процессы трансформации происходили, я вообще без понятия. И это когда-то вспомнится. И я просто в предвкушении радости всего этого. И то, что происходит, мелочи какие сейчас передо мной, я тоже это с радостью все смотрю. Все вот, каждый шаг, каждая ступенька, это все рост, это все выбор. И это все колоссальные силы микромира встречаются в этот мир, в этот миг, когда я принимаю решение, например, закурить сигарету, или же наоборот, обмануть этого, который меня такой, ну давай, ну один раз, ну вот сейчас самая ситуация. И он мне говорит, что это будет удовольствие, но он забывает, что есть мое здоровье, здоровье Бога, скафандра, который мне дали на время. И тут вопрос, насколько я смогу сам себя обмануть. Скоростью мысли запутать о том, что вот, покури это, можно. Или съешь эту булочку ночью. Можно, забей. А если забью, то если я обвиню себя, то это тоже такая защита на потерю. Важно тогда хотя бы позволить это, увидеть это. Но внутри уже принять новую ситуацию, новые рельсы настроить себе. То есть проделать уже ментально новый план и потом ему соответствовать. Естественно, в этом плане вот этот уж эго, которое пока еще без огранки, будет рваться наружу, будет говорить, я хочу сделать по-своему, я хочу как проще, я хочу посмотреть, как они, там есть еще хуже. Там есть воруют, там есть... Я даже... Давай буду без этих слов. И там нет любви. Там есть от ума объяснение, что так вот мир устроен. Но на самом деле ты его создаешь. Весь мир вокруг тебя есть ты. И когда ты просыпаешься от сна, когда ты отдохнул, перегрузилась психика, тело, оно сразу подгружается, вся картина твоя. Вся картина твоих предыдущих отношений. К соседям, к родным, к увлечениям, к работе, к времени, к еде, к телу, ко всему. Ты просто набор программ. Программ микромира. Но вернувшись, если к мирозданию, если вот эту картину, которую мы представляем, что типа солнце там, земля вокруг солнца там, солнце вокруг еще чего-то там, то есть земля вокруг себя. На самом деле весь мир вращается вокруг тебя. Именно тебя, в твоей жизни, в моей, вокруг меня. Так создана эта реальность, что центров много. Мы все центра атомов, не атомов, но вот этой вот энергии. Мы есть прям прямое, прям божественное воплощение из вакуума материи. Именно в нас идут эти процессы. От вот ничего до вот этого вот
изображения, звука, всего, и даже вот этих вот каких-то ситуаций с цивилизацией и вплоть до вселенских масштабов. И как это устроено? Ты скажешь, а тогда какой формы Земля? Что ты мне тут умничаешь? Грибов поди объелся там. Да какая разница? Мой ум без возможности это охватить. Знания сейчас скрыты от меня. Полностью конкретный, четкий, как устроена матрица. Но меня уже охватывает восторг от того, что она намного прекраснее, намного счастливее, намного божественнее, чем кто-либо себе может вообразить. И когда мы вот станем этим цветочком, который просто растет и пахнет, и просто вот смиряется с тем, что происходит. Это как иллюзия того, что ребенок рождается. То есть там пришла душа, она отбыла какой-то срок в утробе матери. И там она уже была без памяти, и там она была в благости. Там происходил вот процесс забытия. А потом представь, свет, звук, боль какая-то, дыхание, сердцебиение, то есть самостоятельное, все это. И тут же еще какие-то махинации еще проводят. Ребята, которые решили поиграть в этой игре, усложнить ее. От слова «сложью». Но для нас, для Руси, это трудности, которые покажут нам нашу силушку. То есть, как говорится, кто с мечом на нас пойдет, тот от меча и погибнет. Тот, кто становится нападением, тот потом, когда наши навыки взращиваются, становится просто тренировочным козлом. Вот и все. Поэтому благодарность всем, кто против нас идет, потому что это силище, которое внутри рода, не моя, а та, которая есть. И вот эти вот еврейские писания с Талмудом. Изучите, погуглите, что такое Талмуд и евреи. Но только сделайте это с любовью. Поймите, что это люди глубоко слепые, которые запутались в своем пути, которые стоят просто на месте развития. И они поймали эту игру. И они, возможно, так играют. Но они забыли, что есть единое. И это нормально, что они забыли. Потому что, все равно победит добро. И будет интерес тут в мире со всеми. То есть идеальный мир – это там, где плешивого не гонят. Где ему есть место, но ему есть место не вот то, что на парашу прям, а просто отдельно, понимаешь? Это то место, где своими минусами не лезут на показ. Это не там, где создаются аккаунты с миллионами подписчиков, когда у тебя там, как сказать, проблемы с, на вид явные проблемы. И причем проблемы-то с твоей головой изначально, а потом вылившиеся вот здесь, вот, на физике. Понимаешь? Так же, как и с наглыми сигаретами, сексом и всем остальным. То есть, это все будет забыто. Вот. А тот, кто идет алчно по головам, по другим, так его и создали-то своим бессознательным другим. Когда ты или кто-то другой каждый раз думает о том, что вот они воруют, вот они плохие, вот меня обманули. Так и становится. Когда ты понимаешь, что ты живой человек, что ты воплощение божественное сюда, то кого бояться-то? То есть сам Бог сделает за тебя все, что надо. Даже если суждено умереть, значит, это переход. К этому важно готовиться. То есть это как и рождение, кажется, что происходило, и кажется, что смерть произойдет. То есть это произойдет в любой момент времени. Каждый ходит такой уверенный. Да, в любой момент либо тромб в мозге, либо в сердце, либо стеной задавит, автобус собьет. То есть может хоть что произойти. И вот она. А ты нес, яйца жарить. Может быть, ты еще их ешь. Я вот без мяса, без алкоголя, без кое-каких. Это
не аскеза, это просто обычная жизнь. Потому что, ну, это нормально. Я вообще так заслушался музыку, уже много чего говорил. Даже не знаю, стоит ли выкладывать этот ролик. А может быть, сделаю его просто по ссылке. Хорошо, что у меня мало подписчиков, и я еще только разогреваюсь. Будет еще канал, конечно. Поэтому, если ты меня увидел в этом году, да, если я пока я жив, я буду делать. Вот. Да, я думаю, я научусь ровно говорить, чтобы без нарушения там правил Ютуба, без там расшифровывания всяких талмудов. То есть я буду четко, ясно, не касаясь пацанской темы. Пацанской, знаете, как? Знаете. Вот. Вот. Быть добру, слава роду. Все, ты ее пригрустил маленечко от того, что так много говорил. Буду двигаться лучше. Лучше больше двигаться, чем говорить. Люблю.